Комфортный и безопасный. Такие эпитеты приходят на ум, когда речь идет о внедорожнике УАЗ «Патриот». Серийное производство нового автомобиля началось на Ульяновском автозаводе в августе 2005-го. С тех пор было реализовано немало проектов, направленных на модернизацию уже существующих моделей. В конце 2016-го УАЗ выпустил обновленный «Патриот». К прежним опциям добавились такие, как климат-контроль, навигационная и мультимедийная система с сенсорным экраном, камера заднего вида, передние и задние датчики парковки и мультифункциональный руль. Серьезная модернизация коснулась топливной системы. Теперь на обновленном внедорожнике устанавливается единый топливный бак. Усовершенствование модельного ряда не единственное, чем может похвастаться завод. За последний год на промышленной площадке была проведена большая ремонтная кампания. Буквально в январе завершилась ремонтная кампания, в ходе которой была усовершенствована линия тестов и были проведен ряд работ в прессовом производстве, в сварочном. Также на 2017 год запланирована обширная инвестиционная программа. Будут реализовываться проекты, которые непосредственно влияют на улучшение качества автомобилей. Ульяновский автозавод посетил глава региона Сергей Морозов, где ознакомился с производством обновленного УАЗ «Патриот». По итогам встречи с руководством предприятия было решено расширить действие программы «УАЗ в каждый сельский дом». Дарья Сударева, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.